Снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы поиграем в одну очень безумно крутую игрушку под названием Search the Court. Это, ребята, игрушка, где нам предстоит играть за короля или за королеву и делать различные важные решения, чтобы наше королевство развивалось, чтобы все наши люди не поумирали и чтобы мы пришли в итоге к богатству. И думаю, да, многие помнят, что я в нее уже играл, и тут я вдруг решил еще поиграть в нее. Но спустя того времени прошло очень много времени, и... игрушка уже конкретно обновилась. Сейчас версия 2.2.0, а я до этого играл на какой-то там 1.0 версии, где был всего один персонаж. И я думаю, что сейчас появилось уже больше, конечно же, всяких интересных штук, всяких интересных вопросов и тому подобное. Если, ребята, вам эта игрушка понравится, то, конечно же, ставьте лайки, будем играть еще. Поиграем в эту игрушку больше и примем все самые решения, какие только возможны, и приведем наше государство к развитию, конечно же. Да, начнем новую игру, и здесь стоит выбор: король или королева. Так как я играл за короля, я хочу начать с королевы. Как бы это странно не было, но буду отыгрывать на этот раз роль королевы, наверное. В общем, вот приходит наша слуга, скажем так, и она спрашивает: это моя леди, я помогу вам управлять вашим государством, но для этого потребуется делать различные выборы. Мы просто должны говорить да или нет, поняли? Я говорю: да, конечно, я понимаю все это, как работает, отлично все заметано. Наш город сейчас, говорит, маленький, и поэтому, ну, у него есть типа большой потенциал, чтобы вырасти. И в будущем он вырастет целый метрополис, получается, но для этого, ну, после этого нас там пригласят куда-то там, в общем, я это не совсем понимаю, и тут, конечно, все на английском, но я постараюсь вам перевести, чтобы вы самую основную суть, конечно же, понимали. Так, да, чтобы наше государство росло, нам надо сделать, чтобы они делать выборы, которые будут делать их счастливее, и, конечно же, за счет того, что чем больше счастья, тем больше людей, конечно же, будет прибывать, и надо, чтобы у нас было больше денег, конечно же, чем больше денег, тем больше мы сможем принимать важных решений. И, в общем, пришел Little Funk. I'm Duke of Spook. Do you want a spooky nickname? Ты, говорит, хочешь, чтобы тебя страшно звали? Ну, почему бы и нет, я в этом ничего плохого не вижу, и это дает еще одно счастье. Может быть, типа, страшная королева? Клевое название мне дал, но мы получили плюс один счастье, это круто. Эй, оу, ты думаешь... Так, стоп. Hey, you think you can tell people to stop calling me Slimeball? It's hurting my feelings. Он говорит, ну, меня люди называют этим, слизнишаром, короче говоря, и это его оскорбляет. Да, я могу, конечно же, перестать его называть. Я думаю, что тоже порадует. Спасибо, босс, говорит он. И ушел в итоге. Ну, мы делаем людей счастливее, по крайней мере. Хотя не особо людей, пока что такое ощущение, что в нашем королевстве одни монстры. I've got skeleton of your town. You know, do you find where to conceit? Ну, короче, у тебя в твоем королевстве есть скелет. Ты думаешь, что это не глупое, что ты его сейчас видишь? Типа, что в таком роде? Глупое или не глупое, я считаю, что это... Нет, не глупо, наверное. Пускай будет скелет, типа, это нормально. Do you think anything is weird? Do you? Ты думаешь, что для тебя... Блин, надо было сказать да, наверное. Я все-таки его оскорбил. Не так, наверное, его вопрос понял. Мяу! Этот кот магический, походу. Я не уверен, что он хочет... Ну, зовут его Пэнкейк, как блинчик, поэтому я думаю, что можно ему сказать «да, я люблю блинчики», поэтому «мяу!» Это хорошо, типа, там «мяу!» Вот так вот, типа, сказал. И первый день мы, ребята, выполнили, в итоге я получил плюс 5 счастья, и за счет этого настроение у всех наших жителей увеличилось, и мы заработали, получается, еще 5 себе новых жителей. Чем больше строений, тем больше жителей, короче говоря. Так, I built a new granary, can't help spawn to help. А, короче говоря, он хочет построить granary, я не помню. Короче, он хочет построить новое здание, и оно поможет нашим людям как бы увеличиться в количестве. Больше людей, короче, будет появляться, если он построит эту постройку. Это будет стоить немного. Ну, пускай, в принципе, я за развитие. Плюс 7 ребят у нас появилось, город также будет расширяться. И потеряли немножко денег. Но это не так страшно, на самом деле, поэтому мы... Мы справимся с этим. A petition to bring circus to our circuit, contract tourists, are you interested? Можно, короче, туристов привлечь через... если, короче говоря, петиция, позволяющая ходить туристам вокруг, что ли? В общем, да, я за туристов, почему бы и нет. Плюс 10 счастья, плюс 10 настроений... Ой, плюс 10 людей, плюс 100 золота. Уу, круто! А, циркус, я понял, это не серкал, а циркус. И мы цирк построили в итоге, получается. Или сводили туристов в цирк, или что-то в таком роде. Так, рыбак, my boat's too tiny to catch many fish. Can I have some gold to upgrade it? I'll pay you back, I swear.
Говорит, я могу... могу ли я ему доложить немного денег, чтобы он в итоге, ну, мог поймать рыбок? Он говорит, я верну тебя позже, я обещаю. Но, в принципе, я в нем ничего плохого не вижу. Он, мне кажется, довольно милым товарищем, поэтому да, я тебе дам немножко денег, это целых 100, но я думаю, что он вернет мне в большем количестве, если он, конечно, не чертов разводил, окажется, но я думаю, что он все-таки хороший парень. А один из наших заключенных сбежал, мы сам Голдафер, да, у нас заключенный сбежал, надо бы назначить на него награду. Плюс 3 счастья и, конечно же, потеряли мы золото за счет этого, но я думаю, что мы наверстаем, главное, что наши, мы становимся счастливее. Наше население. I got friend from... так, I got friend from Vichul looking to move to town. Call to get couple, got to help. Ну ладно, я помогу. А, еще плюс один человек. А, три золота все это стоит. Я думал, что будет дороже стоить. Да ладно, тогда здорово. Так, цирк, который я почему-то круг прочитал сначала, не цирк, почему-то типа Circle, циркус по мне похоже написанное, в линке Джея, да, в общем, все порадовались, все там что-то деньги потратили, и теперь у нас все круто, хотя мы потеряли деньги, но в целом все счастливы, и город расширяется. Пока что я иду в верном направлении, но могу, конечно же, где-нибудь ошибиться, и в итоге, конечно же, мое королевство пойдет в упадок. Our general stock has been infected, I'll cost of replace it, but don't people get sick, should we do it? А, так, с... он хочет его хочет заменить у нас. А то что-то там Гренери, короче, у нас Гренери. Что это такое? Не понял. То ли магазин, то ли что-то в этом роде, короче говоря. Заражен. Теперь надо как бы его заменить. Но можем этого не делать, и тогда люди типа будут болеть. Поэтому я, конечно же, за то, чтобы его заменить. Я потеряю деньги, но думаю, что я их наверстаю, по крайней мере. Чем счастливее мои люди, наверное, тем больше у меня будет вариантов заработать все-таки денег. Чем больше государства все-таки, наверное, тем больше денег. Пок-пок-пок-пок-пок. Бок! I think it's Jerhito visit. Should we leave it be? Так. Да, почему бы нет? О, он оставил яичко, и из-за этого мы получили 3 золота. Ну, хоть какие-то деньги я зарабатываю. Джестер, о, I wish put on show, my phones to do so. Он говорит, он хочет устроить шоу. Ну, типа, есть ли мне деньги, чтобы его устроить? Ну, давайте попробуем. Я ушел в минус, но ничего страшного, я думаю. Или страшно. Looking for coin, cause some dark magic summon some gold, but it might cost a soul or two. Мне, говорит, она может больше дать денег, но, типа, за это я потеряю некоторые души людей, видимо. Вряд ли мою душу, потому что у меня вряд ли две души, на самом деле. Говорит, душенька или две душеньки это будет стоить. На самом деле стоит наверняка больше, если она так говорит, поэтому нет, мы отказываемся. Я, пожалуй, лучше подожду, когда придет какой-нибудь отважный рыцарь. My lady, I've come across a chest of gold in my adventures. Will you please accept this gift? Да, конечно, почему бы и нет, он мне... Вот я так и ждал какого-нибудь рыцаря, который мне даст денежек. И снова цирк работает, цирк приносит нам деньги, и цирк делает людей счастливее. Еще и там Джестер устроил шоу, поэтому еще больше счастья. Блин, я чувствую себя прям великолепнейшим. Потому что у меня все круче и круче и круче получается развивать. Хотя город только шире становится, пока что он не становится прямо... Ты чувствуешь себя испуганным сегодня? Ну, пускай да. Эй! Я думаю, что он добренький. Я одного человека потерял. Ну ладно, в принципе, не так уж страшно. Working conditions for all safe, will you please spend some gold to put ability to work? Окей, давай лучше. Пусть, конечно же, лучше строится город. Я за то, чтобы он быстрее расширялся. Все у меня в основном да, практически. Я редко говорю нет, если я говорю, блин. Ну хотя да, вот в прошлый раз вариант надо было сказать нет в итоге, наверное. Хотя, может быть, это хуже бы закончилось, кто его знает. My friend Вишко, вот это, та-та-та-та. А, мне принесли магические печенья, круто. Так, do you find me humorous? Да, наверное. Типа, считаешь ли ты меня человекоподобным, что ли? Ха-ха-ха-ха. It's good one, right? Не совсем понял, что он имел в виду, но походу что-то про то, что он типа человек. Или человекоподобный, не фиг его знает. My lady, this is a man in the foyer asking you to join your guard. He's got an eye patch, looks like... Так, короче, говорит, пришел ко мне чувак, он хочет вступить в нашу гвардию, но он, говорит, как-то выглядит немного странновато и с глазной повязкой. Стоит ли, типа, дать шанс этому страннику?
Да, конечно. Я думаю, что ничего плохого, наверное, не сделает. Вряд ли он грабитель прямо. Так, и мы еще заработали денежек. Ура! Мы заработаем хоть что-то. Это здорово. Еще плюс 26 людей, наш город все больше и больше растет. Уже почти в ширину максимальный. Ух ты, сундук, привет. Честер, блин, не могу правильно это слово читать. I ate some folks out front. Can I just pay you back with gold? Блин, как оно в рифмы говорится у них. Так, some folks out front. Pay you back with gold. Так. Ну пусть да. Слушайте, выгодно. Он, короче, пошел как... Он пошел сожрать пару чуваков, но за это он, типа, денег нам дал. И 5 чуваков потерять за такую сумму денег, это, в принципе, неплохо. Так, снова шоу ему надо, чтобы его шоу было... Ого, сколько стоит его шоу! Офигеть, я даже не ожидал, что это будет так много стоить! Джестер разводила. Да не буду я тратить души людей на то, чтобы заработать денег. Лучше пусть ко мне снова Джестер придет, я там 5 чуваков отдам, это наверняка 20-ку день заберет. Treasure sent him, I called the rest taxes, but first... Нет, я не буду увеличивать налоги, спасибо. Я лучше подожду, когда придет какой-нибудь герой. Sold with sell some of construction... Да нет, не буду я ничего продавать, господи, где... Кто-нибудь, кто мне даст денег, кто будет торговаться на эту тему. Да, золото в минус у меня, но я думаю, что мы справимся. Даже если казна пустая. О, Джестер снова пришел. Так, иди съешь, да. Ой, а он так съел на этот раз побольше, ребят. Но, в принципе, я из минуса вышел, тогда неплохо. Лучше, чем, думаю, души отдавать за деньги. Так, this petition going around open our borders in Naples town. Так, petition going around open our borders in... А, мы можем открыть наши, ну, короче говоря, убрать границы, что-то в таком роде, для соседнего города, чтобы, типа... Ну, туристов больше стало в итоге. Соседи у нас приходили к нам, или мы так между другом ходили. Ну да, я думаю, это неплохое решение. И это также прибавило нам людей, счастья. Я, по идее, ничего особо не потерял. Это круто. Ух ты, робот какой-то пришел. Hello, I'm a serial number LD3.4. Can you fix me? Yes, конечно. Давайте починим его. Thanks, friend. I am become fixed. Все. И глазик какой-то пришел. Всевидящий глаз. It's just staring at me. That's not something. Он просто пялится на меня. Что-то он хочет. Он просто посмотрел на меня, и я... Что-то случилось, я чувствую себя... Типа... Счастливчиком. Extra food have been able to, able to store in our meats. Mom said this. Да, типа, надо больше еды предоставить, поэтому давайте предоставим. Как я понял. Думаю, это еда. Так, Джестер там шоу должен был устроить, дорогущее. Ну, плюс 12 счастья всего, оно, блин, того не стоило, по-моему. Или стоило, фиг его знает, на самом деле. Так, ну что, мадам, наш... короче говоря, мы уже достигли показателя больше, чем 250 людей, и за это мне еще дали немножко денег, видимо. Надо больше счастья. Make sure attention to the systems and research to raise up happiness. Anyway, still lots of work to do. Ну, в общем, нам еще предстоит много работы, чтобы... Так, by the way, remember... ну вот про короны какие-то она говорила. Heard a rumor of the one there. Members of the session of lands for the new ruler to join and the rafter for... ну, короче говоря, нам еще надо прогрессировать, и мы вступим там в какой-то... какой-то совет, что ли, или что-то в таком роде, как я понял. Георгий, короче, Георгий к нам пришел. Георгий красножопый. Эй, приятель, так, можешь ли ты, типа, монетку покинуть для меня? I've give you a bunch of gold tails, I take a bunch of your people's souls. Нет. Как насчет нет? Я не хочу терять людей за деньги пока что. Я не испытываю такой огромной нужды в деньгах. I wish construct tavern, but I need some gold. Да-да-да, таверну хочет построить. Давай таверну построим. 200 баксов. Ну, хотя бы я в плюсе остался, но главное, что у нас теперь есть таверна. Наверняка она тоже будет приносить деньги. О, привет, ты бок-бок-бокующий. Давай. Стоп, чё? Он сказал, что... Блин, я думал, что то же самое скажет. Черт побери. Он сказал, что... Можно, говорит, я пойду захвачу одного из людей. И он такой, да, иди, конечно. Так, волшебник там пришел, я просто прошел мимо. Так, стоп, что, проходил мимо, что ли?
Хочешь немного магии, как это... Ну, давайте попробуем, он выглядит плохим магом и... Да, слушайте, мы заработали еще людей, заработали еще плюс 5 счастья. В общем, круто все пока что. Денег у меня, конечно, не особо много, но в любом случае я в минус хотя бы не ухожу, и город только растет. Так, Sparkless Save It. О, это снова Lil Funk. Ну да, я хочу, конечно же, страшное имя. Как он меня назовет? Опять Creep Queen. Я думал, что ты как-то по-другому меня назовешь. Так, ну да, пусть люди заходят, получается. Это у нас из нового города это пришли, чтобы... Короче, пришли к нам погостить из нового города. Так, have you seen Magical Cat Pancake? О, мы видели это, мы видели магического кота блинчика? Да, видели, конечно же. О, спасибо, типа, я знал, что он где-то здесь ходит. Ух ты, какой-то призрак. Good day, madam. Блин, я не умею какие-то такие акценты делать, типа, знаете, как это... Аристократически, наверное. Good day, madam. Нет, у меня не получится. Do you require any hunting service? For a small price. Нет, я какой-то барыга получаюсь. Так, за маленькую цену, говорит, ты пугает. Тебе нужны услуги, короче говоря, как сказать, услуги пугальщика, пугающие услуги. Я, говорит, могу напугать немного людей за определенную небольшую сумму, типа, только зачем мне это? Точнее, наоборот, он может напугать людей, и я за это получу деньги вроде как. Или наоборот это имелось в виду. Что-то я не совсем понял, ну ладно. Ок-ок-ок-ок. А у него есть монетка, окей. А, он мне дал монетку. Ок-ок-ок-ок-ок. Я не знаю, что-то петушок какой-то получается мне в итоге. Так, в общем, думаю, на этом эту серию закончу. Мы уже 8-й день, и королевство наше только растет. Думаю, в следующий раз можно будет продолжить. Если вам эта игрушка понравилась, конечно же, ставьте лайки, поиграем еще, пройдем дальше и попробуем потом зарестартить игру, когда наше королевство еще и проапгрейдится полностью, так как мы еще не все ситуации в этой игре встретили, скажем так. Очень уж интересная игрушка, надеюсь, она вам понравится. В общем-то... Если понравилось, лайки ставьте, больше лайков, больше роликов по таким игрушкам. Поиграем еще, конечно же, плюс вы, конечно, поддержите мой канал. Чем больше ваших лайков, тем больше, конечно же, у меня подписчиков, тем больше у меня просмотров и тому подобное. Вы очень сильно помогаете развиваться моему каналу за счет этого. Помогаете мне не оставаться где-то в стороне, чтобы YouTube про меня не забыл, так как если он увидит, что у меня все плохо, то он скажет, иди-ка ты отсюда. Какой-то у тебя большой канал, но ты вообще не очень. Вот в таком роде что-то будет, поэтому лайки ваши очень важны, конечно же. Если вы как-то хотите меня поддержать в любом случае. Ну, я ж... Ладно, не буду, в общем. И если здесь впервые, не забудьте подписаться, конечно же. Я всегда рад новым подписчикам. Поэтому подписывайся, друг мой. На этом все. Увидимся в следующий раз. Всем удачи, всем всего хорошего, конечно же.